Итак, ребята, сегодня мы проверим, кто же умнее, мальчики или девочки. Итак, смотрите, у нас есть вот такая вот табличка, и у нас есть такая яма. И для того, чтобы получить 1000 рублей, нам нужно просто прыгнуть. И для начала давайте поехаем мальчика, Кофа. Коф, смотри, у тебя здесь есть вот такая вот яма. Тебе нужно, короче, чтобы получить 1000 рублей, просто что-то сделать. Я не знаю, что вот. Ну, подумай, что тебе нужно сделать, почитай табличку, вот. Ну, я как бы вижу, что там лазурит, нет? Ну, да, и что же там лазурит? Ты можешь прыгнуть и получить 1000 рублей. Так, тпхаем теперь лавандочку. Лавандочка, смотри, тебе нужно просто прыгнуть, чтобы получить 1000 рублей. Вот. Все. Ребята, кто умнее, пишите в комментариях.